Вот это уже начинается что-то такое криминальное, мне кажется. Походу, наш телефон был взломан. Слушай, реально, оно сработало. Чпоинг. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер. И добро пожаловать в новую игрушку, которая называется Don't Trust. И переводится, соответственно, как «Не доверяй». Это игрушка коротенькая, вроде как что-то наподобие инди. Такая, знаешь, незамысловатая, графончик более-менее мультяшный. И я ее нашел на просторах сайта, с которого я обычно беру хорроры. Но также изредка разработчики загружают туда и подобные проекты. А также я знаю, что она победила на каком-то фестивале небольших игр и была сделана вроде как не за большое количество часов, типа что-то то ли 40, то ли 50, вот. И прямо сейчас мы с тобой находимся в главном меню, у нас есть старт, кредит и экзит. Самое забавное, что проценты, которые ты видишь слева наверху, прямо сейчас ты увидел, что процент поменялся и стал теперь 69. Это такой таймер, который действительно может закончиться, я даже это проверил, и, соответственно, если ничего в этом меню не будет происходить там в течение вот этих вот 100%, то игрушка автоматически вылетит и, соответственно, вернет тебя на рабочий стол, что тоже забавная механика, такого я еще не видел. И у нас вся игра будет завязана также и связана именно с этим телефоном. Поэтому нажимаем старт и погнали посмотрим. Алло? А, пробел. Окей, сделано на движке Unity. Ну, конечно же, кстати, время у нас 12:55, и это время правильное. Добро пожаловать! После того, как ты завершишь задание, помни, что ты должен вернуться в начальную точку в случае получения следующих заданий. Удачи! Хорошо. Итак, объект. Приготовь печенька, расположенная на кухне. Здравствуйте. Окей, я хочу тебе напомнить, что игра называется «Не доверяй». И здесь нам сразу же телефон, сообщение, которое пришло на него, говорит о том, что мы должны приготовить печеньку. Ну, точнее, съесть. Но окей, без проблем. Вначале мы будем доверять, потому что, ну, что такое? Типа, съесть печеньку, почему бы и нет? Так, вот наша кичен. Соответственно, нож, ну, конечно же. Немножко сенсу уберу. Вот так будет получше. Так, и печеньку у нас вот. Я съел, окей. И нам сказали, что нужно вернуться обратно. Типа сюда. Да, смотри-ка. Молодец, ты получил 100 очков опыта. Объект. Положи игрушки в коробку с игрушками. Хорошо, нам нужно найти еще игрушки. Слушай, на самом деле пипец, какая атмосферная у нас спальня. Я так понимаю, мы живем в таком загородном доме. У нас есть панорамные окна на, соответственно, небо прекрасное. Можем наблюдать ночами за звездами. Не хватает, знаешь, телескопа прямо вот сюда вот поставить так. И, соответственно, чилить, смотреть на все эти созвездия Большой Медведицы. Так что тут есть какие-то картиночки наши, 100%. Тут вообще какой-то интим вот на этой картине. Ты посмотри, что происходит. Детская, блин, спальня. Что вы тут развесили, я не понимаю. Кровать. Ну вот, как бы, Iron Man, Тони Старк. Это, я считаю, нормально. Spider-Man немножечко... А, это такая задумка. Слушай, у нас чувак на самом-то деле творческая личность. То есть, ты понял, он как бы висит вверх ногами, но он его так повесил, чтобы он был, соответственно, нормальный. Хорошо, также есть самолетики, которые мы, мне казалось, можем взять. И, походу, это действительно так. Подожди, а это и является игрушкой? Скорее всего, да. Вот у нас коробка с игрушками. Значит, вот это все, вот это все. Блин, это получается по всему дому разбросаны игрушки, серьезно? Так, ну мячики, наверное, тоже. А вот это большая игрушка? А, нет, мы ее... Ведерко. Ведерко тоже игрушка, хорошо. Это мы взять не можем. Радио, кактус... Все как надо. Так, самолетики. Самолетики. Ай, все. Поздравляю, ты прокачал свой уровень. Новый объект, включи телевизор. Так, ну как бы убрались. А мама ругаться не будет. Соответственно, можем почистить, посмотреть телек. Почему бы и нет. Так. Садимся. Ну, типа присели. Так. А, все, мы его включили. Теперь идем обратно докладывать о проделанной работе. А ты вообще молодец, красава, выполняешь все отлично. Каждому игроку требуются хорошие патроны. Пойди на кухню, возьми нож в... Что? А, положи кухонный нож в коробку с игрушками. Ну, слушай, вот это уже начинается что-то такое криминальное, мне кажется. Походу, наш телефон был взломан. Блин, 50%. Я это должен за время еще делать, серьезно? Возможно, наш телефон был взломан. И как бы все, ГГ. Ля, подожди, 49%. Это я должен реально успеть все сделать?
Это, походу, те проценты, которые были в менюшке, они спроецировались и сюда. Отличное место для ножа. Не забывай об этом. Здесь достаточно тихо, музыка отлично, это отличный опыт. Включи радио. Хорошо, пойдем включим радио. 90. Вот. Ну конечно. Что? Мелодия disappointing? Окей, мелодия часто. Ля. Ой, нормально. Блин, я думал, не будет никакой музяки. Чуть со второго раза она как будто включилась. А тут у нас такой прям это... глубокий замысел. Так, хорошо. Долго наслаждаться не можем, 45%, сам понимаешь? Отлично. There is no turning back. Свиздец. Началась какая-то наркомания. Все окна в помехах. И мусяка это slow version. Я такое в ТикТоке видел, это очень модная тема. Типа, знаешь, такое... Я вот видел хороший кавер на вот это Hello, и там прям хочется сразу плакать. Особенно вот в стиле что-то такого грустного. Окей, мы зашли каким-то чудным образом в дверь, и нам пишет мама. Ты где? Я беспокоюсь. Люди говорят, что мальчик, заботящийся... Ты получил плохую концовку, спасибо за то, что поиграл... не доверяй прототип. Я не успел прочитать, что там было написано. Секунду. Так, подожди, еще раз. Вот звездец. Короче, ты обязательно промотай назад и посмотри, чем это все дело кончилось. Наверное, что-то типа нас в итоге завербовали, нож оказался в коробке, возможно, мы там сами что-то начудили. И вообще звездец. Вот, соответственно, если это плохая концовка, наверное, есть и хорошая. Но как ее получить, я пока что вообще не знаю. Потому что, ну, типа, криминал, который... Ля, слушай, виды-то хорошие. Мы тупо в какой-то саванне построили наш дом. Там, вы знаешь, типа, антилопы пасутся, львы их едят. А у нас как бы... А, здесь у нас вообще Сахара. Слушай, живописное место, нормально, мне нравится. Так, а что нам надо сделать? Надо съесть печеньку, хорошо. Съесть печеньку... А, мне что-то на секунду показалось, что она была здесь, но нет. Хорошо, возвращаемся. Если мы не будем что-то делать, или будем это делать как-то наоборот, то что будет? Положи игрушки в коробку. Вот у нас игрушки. Кстати, они, по-моему, не пригодились, потому что я положил только один самолетик, и уже мне все засчитало. Вот игрушка, книжки. А, может, мы положим не игрушки, а, например, книги в коробку? Давай попробуем. Или радио вообще, я могу радио положить? Не могу. Кактус? Нет. Цветок? Это ничего не кладется. Хорошо. Во, реально. Положим книги в коробку. Что будет? Давай еще вот третью положим. Как раз она упала. Угу. Отлично. Ой, секунду. А вместо ножа, например, положим игрушку. Возможно, это сейчас сработает. Давай проверим. Слушай, реально, оно сработало, и даже игра ничего нам не сказала. Включи телевизор. А давай мы включим не телевизор, а радио. Не, радио мы включить не можем. Так, а что мы здесь еще можем включить? Дверь можем выйти? Выйти не можем. Холодильник. Что? Что за дичь? Почему ящик сюда телепортнулся, не понял. Я боюсь, что у меня сейчас закончится зарядочка. И вообще запись нафиг вылетит, поэтому надо успевать. Спидран по этой игрушечке. Оп-оп-оп. Все, я снова положил все. Заходим. Игнор — это очень плохо. Каждому чуваку нужно оружие. Положи кухонный нож в коробку. Я не буду кухонный нож класть, я положу ведро в коробку. Ага. Типа, наверное, мы положили нож, чел порезался, и из-за этого плохая концовка. Может, вообще его заставили что-то ужасное сделать, не знаю. Это ужасно, я не ожидал, что ты такой нуб. И теперь включи музяку. Я не хочу включить музяку. Где коробка моя с игрушками? Так, нож. Нож мы, кстати, уже взять не можем. А коробка куда-то пропала. Что? Что за дичь?
Ну смотри, нам сказали включить радио. Мы можем в принципе ничего не включать. Давай попробуем так и сделать. Возвращаемся. Угу. И мама пишет аппликации. Мама пишет, тебе лучше пойти в кровать до того, как я вернусь. Но я буду поздно. Допустим. И что, даже никакой задачи нет? What the fuck? Ну спать так спать, все, идем спать. Спать. Послушай, как бы это. Спокойной ночи, пишет мама. Я надеюсь, что ты наслаждался, пока меня не было. Люблю тебя, мама. Это хорошая концовка, наверное. Ну типа. Ты получил хорошую концовку, спасибо за то, что проиграл. Не доверяй прототип. То есть, какой-то шизанутый параноик, походу, подключился к нашему телефону, начал нам говорить все вот эти вот непонятные штуки вместо мамы, то есть он типа что-то взломал. И в итоге, вначале все было нормально, типа включи телевизор, а вот потом, когда началось задание непосредственно с ножом, тут как бы сразу, понятное дело, какой-то подвох. Ибо не может нам мама сказать, положи нож в коробку с игрушками, это странно. Вот, но почему так резко вдруг все закончилось? В том плане, что мы выходим, у нас везде какие-то помехи, мы заходим в дверь, и оказывается, что, типа, мальчик, пребывание дома этого мальчика без мамы очень плохо закончилось, и все, конец игры, плохая концовка. Ну, как бы вот такая вот игрушечка, все-таки какой-то скрытый смысл здесь, наверное, 100% есть, и об этом знает, скорее всего, только разработчик, вот, но мораль сей басни такова, что как бы не нужно доверять всему, чего, что ты видишь на экране телефона, компьютера, где угодно, в телеке, нужно все через свой разум, соответственно, пропускать и анализировать. Вот, поэтому такая получилась игрушечка. Если вам понравилось данное видео и сама игра, то обязательно поставьте палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. С вами был ютубер Дакстер, это клевый куплет. Вам спасибо за просмотр, вы даете мне фидбэк. Не забудь ты подписаться и поставь свой царский лайк. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем бай-бай.